Эта история год назад всколыхнула весь город. В марте 2018 года со двора собственного дома в селе Бестужевское Адлерского района пропала 5-летняя девочка. В масштабной поисковой операции тогда было задействовано более 1000 человек. Полицейские, спасатели, казаки, местные жители, волонтеры. Девочку нашли спустя сутки. По версии следствия, 5-летнюю сочинку изнасиловал, а потом и убил, ударив в грудь и живот сожитель ее матери. Она в это время находилась в больнице. О том, что девочка после нанесенной травмы погибла, 29-летний житель Азербайджана узнал, лишь проснувшись утром. Он уложил тело в сумку, вынес на берег реки и засыпал камнями. При этом обвиняемый сообщил соседям, что девочка якобы пропала и даже создавал видимость ее самостоятельных поисков, ну а затем перестал выходить на связь. Позже мужчина был задержан в одном из хостелов в Адлере. А вы ранее здесь бывали, на этом участке, куда мы прибыли? Здесь мы постоянно, мы грибы забрали здесь. Я решил на речку бросить. Потом... Почему? Ну, чтобы след не было. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу.